На перекрестке улиц Ицкахарабина и генерала Петрова перекрыта дорога. Работает трактор, ждет в своей очереди грузовик со щебнем. Кругом шум и пыль. Рабочие КП «Одесские дороги» восстанавливают асфальтное покрытие. Машинам и маршрутным такси приходится тесниться, нарушая правила движения. Сотрудники коммунального предприятия поясняют, что ремонт проводят после устранения прорыва на прошлой неделе канализационных коммуникаций. Канализационная система на пересечении улиц Ицкахарабина и генерала Петрова в ремонте нуждалась уже давно, говорят местные жители. Однако они не понимают, почему ремонтные работы нужно делать именно днем и при этом создавать аварийные ситуации. Ночью надо, когда люди не ходят, когда люди отдыхают. А сейчас вот, особенно когда было здесь столько этого всего насыпано, пройти надо было, очень тяжело было, очень тяжело было. После починки коммуникаций «Инфоксводоканал» передал заявку на восстановление поврежденного участка асфальта КП «Одесские дороги». Одесситы появление дорожников приветствуют, однако не понимают, почему коммунальщики не используют опыт прошлых поколений, планировавших масштабные ремонты дорог в часы минимального машинопотока – рано утром, поздно вечером или вовсе ночью. По словам же самих рабочих, временные неудобства на перекрестке закончатся через пару дней.